Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией в Украине. Вчера шли ожесточенные бои за Лисичанск. Вот, карта боевых действий. Лисичанск был практически в кольце. Я говорил, что надо срочно в ВСУ отходить, потому что они окажутся окруженные, будут в котле. Ну и вот последняя информация на сегодня. Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Вот министр обороны Шойгу. Российские войска освободили ЛНР, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Министерство обороны России. Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Долго мучились, 4 месяца, судя по картам, кое-как бросили все, что можно, со всех фронтов, градами все уничтожили и оккупировали ЛНР. Так, ну и вот Кадыров вчера заявил о захвате Лисичанска, как бы это вчера уже к ночи все это произошло. Так, вот что он тут пишет. Глава Чечни Кадыров Дон заявил о полном окружении украинских военных в Лисичанске союзными войсками. Капкан захлопнулся, сообщил он в своем телеграм-канале. Оперативную информацию доложил дорогой брат, командир специального полка полиции имени Кадырова Замит Чалаев. Рассказал Кадыров и предложил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Ну, практически я по карте смотрю, да, город окружен, видите, красными стрелками. Я говорил, что по-любому будет отрезать, но так и получилось. Видите, красные стрелки, Лисичанск уже в кольце, да. И вот он сказал, что уже будем полномасштабное наступление уже сегодня. По словам Кадырова Дон, все въезды и выезды из населенного пункта перекрыты. Поэтому противнику деваться некуда. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться, добавил он. Вот эти кадыровцы на фотографии, вот пишут, что Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Вот такая информация. Я говорил, что ВСУ надо срочно оттуда уходить. Ну вот последняя информация, украинские войска, вероятно, ушли из Лисичанска. Это уже украинское издание пишет, типа они успели вывести свои войска. Да, и вот они, как сказать, вывели свои войска вчера, 2 июля. К такому выводу пришли в Институте по изучению войны. Так, аналитики считают, что украинские, да, и сейчас войск практически там не осталось. Сейчас вот тоже по карте показано, что окружение... Ну, было по карте, все ясно, надо срочно еще было вчера, позавчера уходить. И теперь, чтобы людей не терять, как бы сохранить свои войска. Ну, так и вот последняя информация такая есть. Сейчас еще пошла информация, что ВСУ начали бомбить два города российских, Белгород и Курск, сейчас покажу на карте. Вот Харьков, вот Белгород, а вот Курск. И ночью были они обстреляны со стороны Украины. 4 погибших уже насчитали, раненых пока неизвестно сколько. В российском Белгороде ночью произошли мощные взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что есть частичное разрушение 11 многоквартирных домов в центре города. Также пострадало не менее 39 частных жилых домов. По последним данным, есть 5 погибших, 4 пострадавших. Один из них ребенок 10 лет. Ночью также была ракетная атака на Курск. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 2 украинских беспилотников «Стриж», которые сбили, типа говорят, российское ПВО. И вот тут фотографии, вот тут, ну, разбиты эти города. Так что, видите, это прошел ответ. После того, как были удары по... Я вчера говорил по этим самым... Сейчас на карте покажу, где это было. Тут большая карта, извиняюсь. Вот, вчера была Одесская область, здесь вся была разбита. Вот этот город был. Вот здесь был, в общем, большие разрушения, ракетами обстреляли. Много раненых, погибших. Еще этот центр тогда был атакован,
Так, в Кременчуке, вот здесь, да, много погибших раненых. В ИСУ решили ответить, как бы ответку сделать. И вот начали бомбить уже российские города. Я говорю, не успокоятся. Если уже провокации пошли со стороны россиян, теперь украинцы ответят. Так и знал, что будут бомбить российские города. Я думал, сначала будет Луганск, Донецк бомбить, как бы они рядом, ближе. Ну, видно, решили конкретно ударить по россиянам, уже конкретно по Белгороду, он совсем рядом с Харьковом тут вообще. Ну и тут вот Курск тоже как бы недалеко тоже. Воронеж чуть дальше, думаю, и до него скоро доберутся. В общем, вот такие новости. Ну, еще такая информация сейчас загрузится. В России сейчас много этих центров есть. Макдональдс уехал, все за границу собрал, так сказать, свое оборудование, типа все, и закрылся Макдональдс в России. А сейчас стали называться этот Макдональдс «Вкусно» и точка. И вот теперь уже люди, пришедшие покушать эти гамбургеры, оказались, что эти они все с плесенью, эти бургеры или гамбургеры, видите, вся плесенью покрыта. Посетительница одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусные точки». Да, вот так и названо это предприятие, как бы Макдональдс бывшее, «Вкусные точки». Российский преемник Макдональдса. В Москве пожаловалась, что обнаружила плесень на своем бургере. Фотографиями некачественной продукции она поделилась в телеграм-канале. Говорит и показывает Москва. На снимках можно увидеть плесень на одной из булочек бургера. Отмечается, что фотографии были сделаны накануне в одном ресторане «Вкусные точки» в районе Хорошего Мневники. Представители сети ресторанов пока не прокомментировали кадры. Представляете, если бы гамбургеры продавали в Макдональдсах с такой плесенью, что бы там было? Так вот, я говорю, россияне уже жалуются, что это за название «Вкусные точки». Вот вам. Жуйте теперь эти гамбургеры с плесенью, вот вам будет вкусно, и точка, блин, это уже точно, это уже позор, блин, уже травить людей. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.